Привет, ребят. Касательно моего решения взять розу. Конечно же, оно неоднозначно. Но я вам скажу, что ну, никто сюда за розами не приходит. Ну, глупо вообще это делать и об этом рассуждать. Все розы все равно не соберешь, если нет симпатии. Даже если я на этой неделе взял розу, симпатии у Златы нету, ну окей, она выгонит меня на следующей неделе, правильно? Почему же я ее все-таки взял? У нас было с ней свидание на прошлой неделе. И я объективно понимал, что, скорее всего, свидания на этой неделе не будет. Я пытаюсь к ней прислушиваться, и то, как она со мной говорила, как она намекала, мне казалось, она мне как раз и намекает: Максим, возьми розу, у нас еще будет с тобой возможность пообщаться. Так я это видел и ощущал. Вот, она сейчас выбирает для себя. Нравится мне это? Нет, не нравится. Но, конечно же, она имеет полное право сейчас это делать. Мне не хотелось здесь лицемерить, но я сейчас принял решение. Мне было нелегко это сделать, но я это сделал.